история началась в давние времена, когда на свет появился божественный младенец. Его рождение принесло радость не только людям, но и всему животному миру, зверям, птицам, рыбкам и даже деревьям. И в эту светлую ночь все-все-все они несли свои таланты младенцу Христу. Ясная ночь, тихо кругом, ярко горит звезда над землей, ангелов хор смуг за холмом, тает над миром свет голубой. В яслях младенец Спаситель лежит. Тысячи лет люди ждали прихода. Счастлив лишь тот, кто к нему поспешит. Скок-поскок, путь недалек, и с дороги не сбиться. Видим звезду, спешим поклониться младенцу Христу. Беги, Занька, скорей, беги, лапок не жалей. Неудача, неудача, унывать я снова начал. Все Христу с подарками, а мы с пустыми лапками. Зайка, зайка, ты не унывай-ка. Ушки мягкие подставь для младенца, для Христа. Ушки он твои погладит, на тебя с улыбкой глянет. Ай да елочкин совет, лучше в мире больше нет. Скок-поскок, путь недалек. А я Мишка-медведь, мы хотим поглядеть на божественного младенца. Ой, а что нам ему? А вы покувыркайтесь перед ним, вы же такие ловкие, младенец очень обрадуется. Ну, спасибо, елочка, что научила, побежим скорее. А я Мишка-медведь, мы хотим поглядеть на божественного младенца. Я огонь, веселый, яркий, побеждаю темноту. Быть со мной тепло и ярко, худу и многоту. Я вода прохладная, в засуху отрада я. Я луга пою, я в лесах зверю, и напиться дам я степным садам. Я зато тебя сильнее, ведь согреть ты не сумеешь. Кто же огонь тебя потушит? Кто же вода тебя и сушит? Оба людям вы нужны, и смирению должны выучиться. Без воды ты огонь, огонь беды. Все сгорит, и лес, и дом. Без огня не будет в нем ни обеда, ни тепла. Знать, беда туда пришла. Нам понятно, что вели себя неладно. Не нужны нам злые лица, шли к младенцу поклониться. Так, быстрее, быстрее, миритесь. Наступайте, поклонитесь вы младенцу Христу. Ты огонь, согреешь ветер, чтоб не жарил вьюги злее. Ножки ты вода омоешь, и огни согреть позволишь. Ты себя для этой цели. Ты огонь, вперед иди, и дорогу освети. Ну отправились в дорогу, и счастливым будет путь. Браво! 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 Мы цветы цветочки, мы растем не слышно. Эта ночка-ноченька самая душистая. Цветы, а вы куда идете? Эта ночка-ноченька, ярко солнце светится. Поклониться в ноженьки, мы идем младенцу. Цветочки милые, я с вами поклонюсь царю-младенцу. Его имя Иисус. Нет, елочка, иголки не цветы. Плохой подарок для младенца ты. Нет никого, одна я одинока. А ночь тиха, звезда зовет, горит. Колючая ненужная тамнелка. Забытая стою я здесь в глуши. Цветы правы, я за младенца только здесь. Помолюсь тихонько от души. Ой, побежим еще, посмотрим на него. И послушаем магическую песню. Вся пещера сияет, и младенец окружен ангелами. Вот и снег пошел, небо окружает снежинками всю землю для креста. Земля теперь будет красивая, как невеста.
Прости, елочка, за твою доброту и скромность. Я украшу тебя лучше твоих сестер. Я украшу тебя звездами, и ты порадуешь младенца. Доброе деревце, отныне по воле Божьей ты каждый год будешь сияться в сиянии огней, и маленькие дети, глядя на тебя, будут радоваться и веселиться. И ты, скромная елка, станешь веселым рождественским знамением веселого рождественского праздника. Ой, смотрите, звездочки с неба упали, елочка вся сияет, Бог сотворил чудо! Елочка, елочка, какая ты нарядная! Какая ты пушистая, наша елочка! Ты самая красивая! Вся в ярких огоньках, вся в хрустальных капельках. Ты теперь до века украшение Рождества. Не найдется человека, что прядить тебя не стал. С Рождеством Христовым! Христа, но и у нас и среди гостей есть детки с такими талантами, которые тоже хотели сегодня показать их и принести в качестве подарка. На сцену приглашается Андрей Злодарев, 8 лет, со стихотворением Корнея Чуковского «Телефон». У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Звон. Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколада. Для кого? Для сына моего. Много ли прислали? Да будут ли такие 5 или 6. Больше ему не съесть. Он у меня еще маленький. А потом позвонил крокодил. И со слезами просил. Мой милый, хороший, пришли в неголож. И мне и жене это тоже. Постой, не тебе ли на прошлой неделе я высунул 2 отличных галоши? А где что-то высунул
прошлой неделе. Мы давно уже съели и ждем, не дождемся, когда же ты снова пришлешь к нашему мужу с дюжину новых сладких девушек. А потом позвонили из зачатки. Нельзя ли прислать перчатки? А потом позвонили мартышки. Пришлите, пожалуйста, книжки. А потом позвонил медведь. Да как начал ведь? Погодите, медведь, не ревите. Объясните, чего вы хотите? Он только му да му. А что к чему, не пойму. Повесьте, пожалуйста, трубку. А потом позвонили цапли. Пришлите, пожалуйста, капли. Мы лягушками нынче объели, и у нас животы разболелись. А потом позвонила свинья. Нельзя ли прислать цапля? Мы сегодня вдвоем сорвем чудесную песню. Нет, соловей не поет для свиней. Позови-ка ты лучше ворону. И снова медведя. Спасите моржа, вчера проглотил он морского ежа. И такая дребедень, целый день. Динь-динь, динь-динь, динь-динь. Тут олень позвонит, сто олень. Браво! Браво! Смотри, все для тебя, спасибо. Как интересно ты нам рассказал, Индюша. Спасибо большое. Так, и следующими свои таланты младенцу Христу хочет показать младшая группа нашего танцевальной студии «Матрешки» с композицией «Калинка». Зима Ивана Сурикова. Белый снег пушистый, в воздухе кружится, и на землю тихо падает, ложится. И под утро снегом поезд запелело, точно пеленою все его одело. Темный лес, что шапкой принакрылся чудной, и заснул под нею крепко, непробудно.
Божьи дни короткие, солнце светит мало, вот пришли морозцы и зима настала. Спасибо большое. А мы ждем твою сестренку. Сейчас мы ей передадим микрофон. Ты ей передашь? Так, и у нас сестренка будет рассказывать стихотворение «Елку» Корнея Чуковского. София, пожалуйста. Давай сюда, туда. Были бы елки ловки, повязали бы они по дорожке. Висяла на месте снова, застучала бы она каблучками. Загрузили на елочке кошки разноцветные фонарики и хлопушки. Записала на месте снова, застучала бы она каблучками. Что? Мы, может, еще повторим, если надо. Так, и у нас готов выступать еще Петр Маскони со стихотворением «Листья». Федор Чучев, «Листья». Сосны и ели всю зиму торчат, снега и метели закутавшись спят. И кто еще зелен, как игуя, хоть век не худеет, но век не сива. Мы в легкое племя цветем и блестим, и краткое время на сучах хостим. Все красное лето мы были в красе, играли с лучами, купались в росе. Но птички пели, цветы отцвели, лучи побледнели, зефиры ушли. Так что же нам даром висеть и жутить, не учимся ними и нам улететь. О, буйные ветры, скорее, скорее, скорее нас сорвите с толкучных ветвей, сорвите их. Мчите, мы ждать не хотим. Летите, летите, мы с вами летим. Отлично, спасибо большое. Я знаю, что у нас готовы матрешки с новым танцем. Yeah.
картинки. Спасибо вам большое. А на сцену я приглашаю Ивана Кушнира. 8 лет со стихотворением «Дело было в январе» Агни Львовны Барто. Дело было в январе. Стояла елка на горе. А возле этой елки бродили злые волки. Как-то раз ночной порой, когда в лесу так тихо, встречают волка под горой зайчата и зайчиха. Кому охота в Новый год попасться волку в лапы? Зайчата бросились вперед и прыгнули на елку. Они прижали ушки и повисли, как игрушки. 10 маленьких зайчат висят на елке и молчат. Обманули волка. Дело было в январе. Подумал он, что на горе украшенная елка. Молодец. Умничка, спасибо тебе большое. Так, на сцену приглашается Вячеслав Кушнир. Ему 4 года, и он будет нам рассказывать стихотворение «Песню о елке» Самуила Маршака. Что растет на елке? Шишки да иголки. Разноцветный шай не растет на елке. Пальники и флаги. Орехи в золотой бумаге. Эти флаги и шары фрески сегодня для веселой детвари в праздник новогодний. В городах и страны мои, сто в селах и поселках столько выросло огней для веселых елках. Молодец! Спасибо! Слышишь, тебе только аплодируют. Это все тебе. Спасибо большое. Так, а мы приглашаем на сцену Марию и Софию со с их маленькой песенкой «Мы маленькие свечки». Вообще-то у нее 2 стихотворения. Сначала она, наверное, прочитает нам Корнея Чуковского «Если бы были у елочки ножки», а затем «Семья – это мы» Капинский. Держи. Сегодня я вам расскажу стихотворение Корнея Чуковского. Елка. Были бы у елочки ножки, побежала бы она по дорожке, заплясала бы она вместе с мамой, застучала бы она каблучками. Закружились бы на елочке игрушки, разноцветные фонарики, хлопушки. Завертелись бы на елочке флаги из пунцовой и серебряной бумаги. Засмеялись бы на елочке матрешки и захлопали бы от радости в ладошки. Потому что у ворот постучался Новый год. Новый, новый, молодой, золотой бородой. А еще я вам расскажу стихотворение Карпинского «Семья – это мы». Семья – это мы, семья – это я, семья – это папа и мама моя. Семья – это Стася, братишка, родной,
Семья – это котик пушистенький мой. Семья – это бабушки две дорогие. Семья – и сестренки мои озорные. Семья – это крестные и тети, и дяди. Семья – это елка в красивом наряде. Семья – это праздник за круглым столом. Семья – это счастье. Семья – это дом, где любят, ждут и не помнят о злом. Умничка! Спасибо! Умничка! Спасибо большое! Какие хорошие стихотворения! На сцену приглашается Александра Пиликина, наша замечательная елочка. Она хочет нам исполнить песню из кинофильма «Чародей. Снежинка». Thank you.
Ну что, ребята, как вам понравились наши таланты? Гости дорогие, поаплодируйте нам, чтобы вы услышали. Нравится, слышу, что да, да, спасибо. Так, ну мне кажется, наш концерт идет замечательно, правда же? Да. Я тоже согласна. Но кого-то или чего-то не хватает, вам так не кажется? Такие у меня умные дети. Я сначала вам хотела загадать загадку, а вы, оказывается, уже даже знаете, кого нам не хватает. Но для тех, кто вдруг не понял. Человек немолодой, с преогромной бородой, привел с собой за ручку к нам на праздник внучку. Отвечайте на вопрос только дружно. Кто это? Так, хорошо, угадали. Но что-то, мне кажется, вы как-то очень тихо говорите. Дедушка, он старенький, он плохо слышит. Нам, наверное, надо будет крикнуть несколько раз, а родителям освободить, наверное, проход, потому что дедушка, он же старенький, ему нужно место. Так что давайте на 3-4. Дед Мороз! Вырос прекрасный, ждет меня целый год Дед Вора. Этот праздник открыт мне пора. Ну-ка, живи, друг, к вам пришел старый друг. Знаю, старый брат, Дед Мороз обидит вас. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Еще раз! Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья веселые и забавные, нарядные и приятные. Целый год мы не встречались. Я соскучился по вас. Всех обнял бы вас сегодня, да не хватит рук сейчас. Ребят, что-то вы со мной скромно здоровались. Давайте я вас научу, как нужно здороваться весело и громко. Когда я буду говорить «Здравствуйте, мальчики», топаем ножками. Запомнили? Да. А ну попробуем. Здравствуйте, мальчики. Здравствуйте. Молодцы. А когда я говорю «здравствуйте, девочки», хлопаем в ладошки. Молодцы. А когда я говорю «здравствуйте, ребята», и топаем, и хлопаем. Запомнили? Да. Так, ну а теперь приготовились. Здравствуйте, мальчики. Молодцы! Здравствуйте, девочки! И здравствуйте, ребята! Ой, молодцы какие! Ой, ребят, а что у вас елочка не сияет огоньками праздничными? У нас за тобой! Да? Но она же не сияет! А ну давайте, кто лучший волшебник? Я! Правильно! Раз! Два! Вы слабо мне помогали. Давайте все вместе, дружно, приготовились. Раз, раз, два, три. Девочка, прокричали мы без толку. Не проснулась наша елка. Видно, кто-то промолчал. Родители, видно, кто-то не кричал. А ну, родители, вместе с нами. Раз, два, три. Елочка сияет огоньками. Настроение у вас праздничное? Отлично. Прекрасно. А я хочу вас спросить, какие игрушки можно вешать на елку, а какие нельзя? Можно. Можно. Расписные шарики? Да. Яркие фонарики? Да. Вкусные ватрушки? Да. Тогда или нет? Давайте мы сначала съедим ватрушки, а потом подумаем. Правильно? Яркие картинки? Нет!
Почему нарисовали и повесили, чтобы любовались? Рваные ботинки? Нет! Нет, молодцы. Теперь вы знаете, встаем. Ну, внученька, подержи мой волшебный посох. И рукавички. Ребятки, выходите, наверное, ко мне сюда. Выходите. Сейчас мы будем веселиться. И под музыку положи зайчика, потом мы пообнимаемся. Становитесь так, чтобы вас родители видели. А я стану напротив вас. Показываем. Шарики. Вот, не-не-не-не-не. Шарики как мы показываем? Двумя ручками. Двумя, потому что у меня в одном микрофон. Фонарики как загораются? Вот так, молодцы. Рыбки плавают, как у нас? И второй ручкой. Так, хорошо. Снежинки показываем просто ладошкой. И дождик, водичку струшиваем с рук. Запомнили? Да. Ну, теперь все это под музыку. Смотрим на дедушку. Ромчик. Повеси шарики, а потом фонарики, а потом еще дождинки. Внимательно слушай. Не забудь небо снежинки, рыбки золоченые, огоньки веселые. Набросай мишуру. Новогоднего хоровода. А ну, честной народ, становись в хоровод. Дядя Зарочки, пошли по кругу. И по кругу идем. Мало, ты бери, Зарочки. Пошли по кругу. Thank you.
папы, дедушки, все ходили в детский сад тоже. Вы помните, как вы танцевали в детском саду? Я помню. О, вот вы сейчас вспомните это и покажете нам. Сейчас будет звучать музыка, а вы просто повторяйте то, что там нужно. Мальчики, руки на пояс, девочки за платьице, и начинаем делать пружинку. 3, 4. Пам-пам-пара-па-па-пам. Под музыку. Фотографию.